Кашель, температура, диагноз бронхит. Егор пришел на прием к врачу с мамой. Вдохни. Это до ремонта. Осмотр был тяжелым испытанием для детей. После того, как здание утеплили, заменили и выровняли пол, провели новые коммуникации, подключили отопление, даже в прохладный осенний день в помещении комфортная температура. Много работы еще предстоит сделать. Ремонт медпункта в процессе. Пожарные установят сигнализацию, рабочие устранят мелкие недочеты. Заведующая ФАПом Светлана Иноземцева уже ведет прием. Болезни не выбирают время. Людям всегда нужна квалифицированная медпомощь. Откладывать и ждать окончания ремонта нельзя. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.